Вот так выглядит двор, 12-й микрорайон. Технически это центр города Волжского. Значит, в районе бульвар профсоюзов, дом 2. Вот свалены вот ветки, в них птички, мышки. Никакой пожарной безопасности, санитарно-гигиенических нормах речи не идет. И это все продолжается с декабря месяца. Вот, то есть вот то, что там нет малых форм, ничего не убирается, не делается управляющими компаниями, это одна сторона медали. Но вот здесь просто огнеопасная свалка, в которой уже скоро тут живность поселится всех видов. И это не убирается никоим образом. То есть просто в самом центре города. Вот это вот безобразие.